Всем привет, кто смотрит мой канал. Сегодня хочу поделиться одним интересным рецептом и сделать из старых сковородок, которые у меня есть замызганные. Смотрите, какие они. Все подгоревшие. Собрал я их тут все. Все собрал. Хочу сделать новые сковородки. Даже вот такое. Крышку от сковородки тоже почистим. Но единственное, что надо будет снять мне обязательно все пластмассовые детали, чтобы их не было. А так все это мы очистим и сделаем все это красиво и новым. А вот как я это буду делать, смотрите. Но для этого мне понадобится не так уж и много. Это вот мыло хозяйственное, два куска. Но нужно 400 грамм, поэтому два куска у меня вот такое хозяйственное мыло. Я встречал, продается мыло, прям уже разбавленное, как жидкое мыло, именно хозяйственное. Кальцинированная сода понадобится мне, 150 грамм. И флакончик вот такой полный, 100 грамм, 100 миллиграмм жидкого канцелярского клея. Жидкое стекло называют его. Силикатный канцелярский клей. Запоминайте рецепт, если вам понравится то, что я буду делать. Единственное, надо, конечно, мне сейчас разобраться с нарезать или натереть, наверное, на терке натру сейчас эти мыло хозяйственное. И сделаем новые сковородки. Вот из этой всех какашек, смотрите, какие они. Замасленные, зажиренные. Буду делать новые сковородки. Смотрите, кому понравится, ставьте лайки. Мыло прям на терке вот так надо не натереть, он прям в это же. Сковороду, чтобы у меня не сыпалось нигде. Потому что мыло надо будет растворять. Чтобы оно у нас обязательно растворилось. А как оно по-другому? Погружаем все компоненты, ингредиенты в воду. Мыло я натер на терке. 150 грамм соли. Сейчас замерим. Кружку насыплю так. Приблизительно. Сода кальцинированная. Я думаю, хватит столько соды. И клей, весь пузыречек выливаем. Ну, вот большая кастрюля, выварка. Я называю выварка. Как раз можно для таких случаев. Ну, это все сейчас надо будет размешать в тепленькой воде. И с того, что у нас получится, будем варить наши сковородки. Пришло время вынимать эти кастрюли, точнее сковорода, что у нас получится. Все горячее. Вот что у нас получается. Ну, осталось только помыть, какую нам
А вот как другие достать? Опа. Сейчас будем доставать как-нибудь. Не хочу их вытаскивать, ну вот, осталось только помыть нам их. Еще там где-то одна плавает. Ну вот я от вытяжки помыл сеточку, такая у меня чистенькая стала. Хочу и эту тоже заодно поместить, чтобы пусть она покипит немножко тут тоже. Тоже, я думаю, очистится. Ну, не думаю, вот она, уже очищена. Сковородку сейчас помоем. Ну, смотрите, что получилось. Крышечка чистенькая, сковородочки, ну и конечно не новые, нет, есть немножко огрехи все-таки, но это можно почистить даже, я думаю, шкурочкой чуть-чуть. Я их помыл, правда, как вытащил из этого рассола. Почти новые сковородки, почти, есть немножко, ну куда, я и так 8 часов держал эту сковородку. Заодно и сеточку, видите, помыл на вытяжке. Тоже она блестит вся. Вытащил, обмыл, все слетело с нее, весь жир. Сейчас у меня еще кастрюли вариться будут. Но это уже я не буду снимать видео. Кому понравилось, ставьте лайки.